Снова с вами я, как и обещала. Будем варить сегодня супчик интересный. Вкусный очень он. Ну, по крайней мере, нам нравится. Значит, что сюда будет входить? Копченые ребра свиные. Видите, какие красивые. Свеженькие. О, прелесть. Так, картофель, кукуруза консервированная, лук зеленый и сырок плавленый, и морковь для обжарки, ну, масло растительное. Вот сейчас я поставлю варить, немного отварю картошку сначала. А потом уже ребра, потому что ну, они совершенно готовы, их варить не надо долго. Картошка варится дольше. Вот. Так, картофель у нас сварился. Сейчас мы ребра опустим. Ой, какие красивые! Обалдеть! Хочешь, дам понюхать? Вот, только понюхать. Прям свеженькие. Ну зачем такой магазин рядом? Правда? Нельзя такие магазины рядом делать. Теперь пускай у нас поварятся ребрышки наши. Не наши, свиные. И потом дальше будем. Запах обалдеть. Сварились наши ребрышки. Теперь мы кукурузу опускаем. Почему не горох? Это мой такой суп. Я вообще горох не люблю. Ни в каком виде. Ребра. Так. Ну, кукуруза, она же готовая. Сразу опускаю сыр. Ай. Сыр. Ну, такую кастрюлю, конечно, можно было два кусочка сыра. Если бы такой сыр брать, он получается текучий, он не растворяется в супе. Сырки хорошо подходят, мне нравится. Ну теперь может эту морковь. Она здесь больше играет роль для цвета. К этому супу, конечно, хорошо бы и гренки, и сухарики. И, конечно, его лучше варить зимой, когда очень холодно. Но у нас сегодня как-то прохладно. Вчера жара была, сегодня холодно. Вообще вот не поймешь. Ой, смотрите, как красиво. Укроп у меня опять дома нету почему-то. Вот только зеленый лук. Мы очень любим этот суп, он сытный, немножко не дешевый, но ничего, можно раз иногда позволить себе роскошь, я думаю. Сейчас покипит маленько, потом зелень бросим. Суп наш готов. Вот посмотрите, очень красивый. Я укроп нашла у себя в холодильнике. Красивый такой очень. Вкусный. Мы его варим всегда. Ребрышки. Ну, сюда сухарики бы вообще идеально подошли. Но у нас хлеб на сыворотке только. Вот. Так что советую приготовить. Ну, на вкус можете горох положить. Я не люблю горох, поэтому я всегда кукурузу. Вообще, вот в венгерской
Кухни. Они чаще всего вместо вот гороха тоже кукурузу ложат везде. Так что приятного аппетита нам и вам. Сегодня, если успею, еще будет кое-что интересное. Так что я не прощаюсь. Пока. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем рада.